Здравствуйте, дорогие мои зрители! Рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Ольга Савкина, и сегодня снимаю для вас компанию Галоре. Уже зимняя коллекция пришла очень красивая, на самом деле большое разнообразие костюмов. Костюмов с брюками, костюмов с юбками, свитера, куртки. Все это трикотаж хорошего качества. Есть добавка кашемира, везде есть ярлычки. Все вам будет Ксюша подробно рассказывать показ. Я нахожусь, это город Москва, торговый центр «Садовод», корпуса, второй этаж, линия 1, павильон номер 05. Звонить по этому номеру, он также будет на протяжении всего обзора. Работают они в основном оптом, но также работают и в розницу. И сегодня по вашей просьбе, конечно, будет тоже озвучена розничная цена. Я уже примерила на себя первую модель платья свободного кроя с поясочком. Цена его 1700 рублей оптом, в розницу будет 3500. Платье, правда, очень приятное, как на ощупь, по ощущениям, так и прекрасно сядет на любую фигуру, будь у вас животик, тоже все скроет. Поехали. Highs and lows, highs and lows. It's all the same. Highs and lows, highs and lows. Привет, Оля, здравствуйте, наши дорогие телезрители, наши любимые клиенты. Мы находимся в компании Galore, производитель женской одежды. Мы занимаемся оптом и в розницу. Сегодня мы вам покажем наш осенний зимний ассортимент. У нас прибыло очень много новинок. Расскажем о условиях сотрудничества с нами, так что поехали, да? Покажу вам один из наших трендовых костюмчиков. Здесь кофта идет полностью на всей рабочей молнии. Здесь очень большая палитра цветов. Он приехал у нас только в новиночку. Все базовые оттенки. Выполнен с хлопком, вискоза и кашемир. Садится до 50 размера. Подходит до роста 175 сантиметров. Очень удобная стойка двойная. Здесь прошита замочком. Оптовая цена 2300. Если у нас есть возможность купить для себя от 15 тысяч, вы можете выбрать любой ассортимент, для вас будет действовать цена вторая в описании с разбивкой упаковки. Если вы хотите приобрести примерку с розницей, оптовая цена будет на данный костюмчик 4500. Также у нас приехали костюмчики более легкой версии, они выполнены хлопки с вискозой, акцент здесь идет по брючкам, замок. У него тоже еще пока большая палитра цветов, удлиненная кофточка, садится до 50 размера, очень хорошо тянется, джемпер сделан в стиле поло. Оптовая цена на данную моделечку 2100. Это вообще мой любимчик приехал. Сейчас широкая вязка рубчика, очень трендово, тоже сделано в стиле поло. Здесь полностью рабочий замочек, можно будет стилизовать с футболкой, очень красиво будет смотреться. Приехал он тоже в большой палитре цветов. Оптовая цена на данную модель 2300. Посмотрите, насколько у него хорошее качество. Все прошито аккуратно, ровно выполнено в кашемире с вискозой. Оптовая цена на данную модель 2300. Также мы получили одну из шикарных двоечек. Мы осенью торговали все модельками и с кардиганом с длинным. Но сейчас на зиму добавили короткий кардиган. Он у нас приехал в четырех базовых оттеночках, молочный, мокко, бежевый и шоколад. Это трендовые цвета этого года, спокойные, но достаточно ярко и красиво сидят. Оптовая цена на данную модельку 1950. Здесь в платье идет рубчик, короткий рукав, кардиган. Он сделан как резиночка силуэтно, и можно еще регулировать поясом. Также мы получили батальную серию костюмчиков с юбкой. Кофточка идет в стиле поло, оверсайз, она идет 44-52. Юбочка плюс-минус тоже такого же размера садится. Они идут в универсалке. В составе здесь кашемир, вискоза. Пока что есть в четырех цветах.
базовых. Оптовая цена на данную моделечку 1950, в упаковке 5 штучек, можно собирать любые цвета и любые размеры. У нас приехал сейчас трикотаж, который отшивается в размере S, это 42-48, и отшивается трикотаж 2XL, это 48-56, 44-52 и так далее, все зависит от модельки. Вот, допустим, вот эта моделька у нас приехала с юбками. Здесь как бы прямая плиссированная юбка и свободный фонариком джемпер. Выполнены они с большим добавлением кашемира, очень приятные к телу. Кофточка идет стойко, воротник. Приехала в 5 цветах, по размерам идет SML, S-ка идет 42-46, M-очка идет 46-50, L-ка идет 50-54. Очень хорошо мягко садится на теле, очень хорошо свитер дополняет, корректирует фигурку. Ой-ой-ой. И покажу вам базу оттеночков. Красивый, насыщенный шоколадный, молочный, черный и, конечно же, классический оттенок мока. Его все любят, он из года в год продается. Ребята, кто реализует на маркетплейсах, его всегда в первую очередь забирают. Но в этом году у нас завоевал тренды, это шоколад и вишня. Их тоже в первую очередь забирают. У нас есть несколько моделек, так как мы их получили буквально вчера. Еще в этих цветах успевайте, забирайте, тем более по очень выгодной и классной оптовой цене. Покажу вам еще один костюмчик. Здесь юбка-рыбка. Не смотрите на длину, так как объемы забирают достаточно большую длину. Свободный идет джемпер. Приехали они у нас в 4 цветах. Все оттенки также идут базовые. Оптовая цена на данную моделечку 2100. Если вы берете для себя, для вас будет действовать оптовая цена 2300. Размер идет универсальный. Здесь большой процент добавлен шерсти. Моделька уже теплая. У нас представлен фото и видео контент в телеграм-канале. Можно будет использовать, кто ребята реализует на маркетплейсах. Также можно будет взять нашу инфографику. Мы помогаем ребятам выходить, кто только начинает, кто задает много вопросов в плане честного знака, как не знает выйти. Мы обязательно вам поможем, подскажем, стоит вам только к нам обратиться. Покажу вам еще из имитации ангоры кардиганчики. Сейчас имитация ангоры в этом году трендовая. У нее очень большая палитра цветов. Оптовая цена 1200, садится до 50-го размерчика. На них тоже есть уже профото, можно посмотреть в нашем телеграм-канале. В этом году очень трендово завоевали кардиганчики свободного кроя. Они садят 42-48, у них оптовая цена 1550. Есть моделька, которая более удлинена, у нее оптовая цена 1650. За счет того, что у нее идет больше длина и у них большая палитра цветов. Ангорка здесь очень мягкая, она не облазит, не вылазит, поэтому спокойно можно брать и реализовывать. Они очень хорошие, приносят результаты, так как они сейчас на пике популярности и продаж. Еще всю весну будут спокойно продаваться. Получили, который по длине 1650. Получили также базовые платья. Выполнены они хлопки с вискозой, можно реализовывать круглый год. Оптовая цена на данную модельку 1300. Модель идет силуэтная. При моем росте длина идет миди. У них очень большая палитра цветов. Серый, очень актуальный, кстати, сейчас цвет. Молочный, базовый, черный, мокко, шоколад и бордовый. Здесь очень мягкая стоечка, очень удобно в передвижении. Я, конечно же, себе такое забрала, поэтому по такой шикарной цене можно спокойно брать и реализовывать. Конечно же, мы добавляем в свой ассортимент еще тунички. Туники у нас идут с V-образным вырезом, но сделаны таким акцентом, раскрашены в несколько цветов. Оптовая цена на данные тунички 1450-1000. 500-1600 рублей. У них тоже есть сделанные профото, они очень классно сидят, их можно очень интересно стилизовать. Мы в телеграм-канале подготовили бомбезную фотосессию, поэтому можно посмотреть и воплотить свои шикарные наряды в жизнь. Также мы добавили в свой ассортимент базовые свитерочки, они сделаны в стиле поло, у них оптовая цена 1050 рублей. Посмотрите, насколько здесь много цветов. Ткань сделана кашемирчик с вискозой. Такая ткань идет как вафелька. Оптовая цена на данную модельку 1050 рублей. В розницу, если будете брать для себя, для вас будет цена 2500.
Можно будет стилизовать абсолютно с нашими любыми лосинчиками теплыми. Они у нас уже идут полностью на флисе, на меху. Очень мягкие, идут по размерам до 52 размера. Также можно будет комбинировать с нашими пушистыми брючками, которые сделаны в имитации ангора. Тоже достаточно красиво повседневно все сидит. Можно будет стилизовать и брать на витрины в магазинчике. Можно, конечно же, и с классическими брючками. Моделька идет не тонкая, можно реализовать осенью и весной. Садятся они, вернее, есть они до 48 размерчика. Оптовая цена на данную модельку 1650 в розницу 2,5. Брючки 1400 по оптовой цене в розницу 2,5. И лосинчики у нас идут 950 рублей. У них такое напыление спандекс. Они выполнены в рубчик, очень мягкие, хорошо утягивают. 950 рублей оптовая цена, в розницу цена 2000 рублей. Также мы получили в новинку джемпера, которые идут уже с мягкой стойкой горлышко. Здесь очень большая палитра цветов, они идут универсального размера. Оптовая цена 1200. Среди наших клиентов очень набрали хорошую популярность из-за своего качества и шикарного фасона. Не передать, насколько оно мягкое, его нужно заказывать, пробовать и получать восхитительные отзывы от своих клиентов. Также помимо флисовых костюмчиков у нас есть отдельно базовые худи, они выполнены, подкладка здесь идет не флис, а велюрчика. Оптовая цена на данную модельку 1250, модель свободная, 42-48, выполнена в стиле пола, замочек железный, встроенный, очень удобно как бы и стилизовать, и носить отдельно. Сейчас очень трендово сочетать и с шелковыми юбками, и с классическими брюками. Вы можете нам написать в любой мессенджер, мы вам подскажем, что к чему можно дополнить и собрать крутой образ. Любимые наши, посмотрите, какое мы получили базовое платье. Здесь идет расклешенный рукавчик, очень красивый нежный вырез, идет без стоечки, мягкий, сидит, как по мне, просто шикарно. Цвет просто не передать, насколько красивый. Сзади идет небольшой разрезик, у меня рост 170 сантиметров. Как по мне, сидит шикарно, красиво, оптовая цена еще лучше, 1350. Выполнено в хлопке с вискозой, можно реализовывать круглый год. Моделька не выйдет с трендов. Есть он в оттенке шоколад молочный, черный мокко и, как на мне, очень красивый небесно-синий оттеночек. В розницу будет 2500. Ну что, друзья наши, покажу вам еще одну из наших новиночек. У нас приехала двойка, она выполнена в кашемире с вискозой, у нее очень красивая драпированная вязка. На мне сидит универсальный размерчик 42-48, я ношу 42, рост у меня 107 сантиметров. Здесь идет базовое платье, короткий рукав, длина идет миди и дополняется моделька кардиганом с поясом. Оптовая цена на данную моделечку 3000 рублей. Достаточно свободно, красиво в передвижении, очень мягко сидит. На мне оттенок сейчас очень трендовый, винный. Такой модельки еще ни у кого нет, поэтому можете спешить. Будете первые, заработаете поскорее свои миллионы и вернетесь к нам. Покажу вам в четырех цветах. Она приехала очень красивый, благородный, молочный, оттенок мокко и, конечно же, классический черный. Как по мне, винный самый шикарный в этом году. И отшит он просто в шикарной палитре, базовой. Поэтому можно спокойно брать, реализовывать. Такая моделька пойдет у вас круглый год и можно реализовывать как две отдельно базовые вещи. У нас есть еще моделька баталов, уже тепленькая, на зиму, идет с шерстью. Посмотрите, какая у нее большая палитра цветов. В стиле пола выполнена, оптовая цена 1750, подходит от 44 до 50. Ой, вернее, от 46 до 56. Оптовая цена я уже вам озвучила. В розницу цена будет 3000 рублей. Если вы берете для себя без примерочки, от 15 тысяч цена будет 1900. Также у нас есть свободные трикотажные кардиганчики. Они у нас завоевали сердца многих. Они у нас приехали на повторчики. Есть оттенок бежевый, пудра, черный и бордовый. Оптовая цена 1600. За что я люблю эту модельку? Ее можно носить как свободное платье, полностью застегивать, и также как кардиган. Подходит
от роста 150 сантиметров, потому что многие ребята на этом акцентируют внимание. Полностью здесь идет рукав, очень красиво сделано в стиле реглана. Очень хорошая проходимая цена, выполнен хлопки с вискозой, очень плотная вязочка. Также у нас есть батальная серия платьев со стойкой. Это наше нашумевшее платье Сара, оно отшивается уже третий или четвертый год. Сейчас оно у нас есть в трех цветах, молочный, бежевый и такой пудровый оттенок. Едет большая палитра цветов, оптовая цена на данную моделечку 1800, садятся от 48 до 56 размерчика. Вот такая еще моделечка есть трикотажного платья, она садится от 44 по 52, но она у нас осталась только в трех цветах, молочный, мята и бежевый. Оптовая цена на данную моделечку 1600, она достаточно легкая, ее можно на повседневку и зимой, и в снег, и в дождь, поэтому очень классная моделька, можно забирать. Ну что, покажу вам еще одну базовую модельку платьев. Это моделька Шива называется. Она у нас выполнена единственная, кто отшита в мини. Мы отшиваем редко, но метко. У нас она в очень большой палитре цветов. Оптовая цена 1300. Выполнена в хлопке с вискозой. Здесь мягкая посадка горлышка, достаточно длинный рукав, у меня рост 107 сантиметров, еще раз повторюсь, очень хорошо тянется, как резиночка, покажу вам, как сидит, моделька абсолютно базовая, можно и на мероприятие носить, и на повседневку, покажу вам палитру, которая висит, но к этому еще есть черный изумруд, молочный мокко, розовенький, красный и на мне, конечно же, трендовый оттенок, это шоколад. Также мы получили в крупный рубчик платья силуэт, на они садятся 42-46, оптовая цена 1450, у нее двойное мягкое тоненькое горлышко, выполнено в хлопке с вискозой, сзади небольшой разрезик для удобного передвижения, выполнены они в четырех базовых оттеночках, акцент сделан по рукавам, пуговицы прошиты полностью трикотажиком. Очень мягко, красиво сидит силуэтная моделька. Это вообще платье завоевало много сердец наших клиентов. Моделька идет миди. Она у нас выполнена в двух размерах. S-очка идет 42-48. XXL идет 48-54. Они едут на повторчике. Очень большая палитра цветов едет. Плюс к этому бордовый, шоколад. Яркие оттенки красного будут, белый, черный. Их просто забрали в первые же дни, поэтому все, что осталось, но они есть и в батальной серии, можно будет заказать. Также мы получили модельку, которую сами разрабатывали, достаточно плотно, выполнена в вискозе кашемира, моделька свободная, 44-52, здесь спущенный идет рукав, очень красивый делает акцент, можно будет подчеркнуть талию ремешком, ремешок идет в комплекте, мягкая, свободная горлышко, ничего не душит, потому что у нас есть много клиентов, кто пишет, чтобы была мягкая посадка горлышка, я на этом акцентирую внимание. Они у нас были в 8 или 9 цветах, на данный момент осталось 3 базовых оттеночка. Есть еще силуэтная моделька, сделана в стиле рыбки, очень красиво сидит, на нее есть профото, можно модельку забирать, реализовывать на маркетплейс, оптовая цена на данную модель 1400 рублей, она приехала в 5 цветах. Размерчик идет 42-48, сзади на правую ножку идет небольшой удобный разрезик. V-образный вырез, оптовая цена 1400, кто, ребята, будет брать для себя, розница будет 3000 рублей. Ох, это моя вообще самая любимая модель, она, наверное, раз 7-8 приезжает, называется моделька Astra, осталась в 4 цветах, моделька базовая, при моем росте идет по косточку, ну, вернее, чуть выше выполнена хлопки с вискозой, оптовая цена 2100 за двоечку, здесь базовое платье с коротким рукавом, с таким акцентом идет по платью, стрелочка к низу расклешенная для передвижения и свободный кардиган, также можно реализовывать как отдельно, так и вместе как комплект, они очень хорошо и быстро продаются, поэтому спокойно можно брать и продавать. Дорогие друзья, посмотрите, какую мы получили классную новиночку, она просто потрясающе сидит, при моем росте 170 сантиметров, кофточка идет удлиненная, красиво сделаны акценты, прошиты двойным цветом,
что делает модельку более интересной. Небольшой, также сделан на горлышке, здесь небольшой процент добавлен кашемира, здесь идет хлопок, вискоза и кашемир. Оптовая цена на данную модельку 200, садится до 50 размера, посмотрите, как свободно на мне, можно их забирать на маркетплейс, очень классная цена, очень классно сидит. Наш трикотаж служит годами, не скатается, не растянется, у него 5 оттеночков, вот мока, молочный, черный и такой более шоколадный оттеночек. Мы предоставляем для маркетплейсов, для магазинчиков маркировку «Честный знак», полный пакет документов, оплату на расчетный счет, оплату официальную на онлайн-кассу, также полный пакет документов, всю нужную помощь, которая вам понадобится, мы вам подскажем, расскажем. Отправки у нас оформляются от 15 тысяч делаются. Отправляем по всей России, ближайшим странам СНГ. Предоставляем, повторюсь еще раз, полный пакет документов. Отправляем всеми возможными транспортными компаниями, СДЭК, ПЭК, деловые линии, Magic Trans, автобусами, газелями. Все, что есть у нас на садоводе, мы готовы вам помочь. Даже если вы не знаете, мы обязательно отправим вам нашу красоту. Вы будете радовать своих клиентов и вернетесь к нам поскорей. Также хочу вам показать еще одну базовую модельку. Они плюс-минус сидят одинаково. Брючки идут здесь на кулиске, тоже при моем росте полная длина. Очень красивые остались оттенки. Свободный рукав, выполнен в вискозе с кашемиром. Оптовая цена 2300. Вот осталось 4 буквально осенних. Посмотрите, каких красивых оттенков. Вернее, не 4, а 5. А куда же без светлого молочного оттенка. Покажу вам еще, какой большой ассортимент у нас есть джемперочков, костюмчиков с юбками и курток. Покажу вам из ангорки топики. Они здесь идут полный рукав, в трех цветах. Оптовая цена 1300 рублей. Очень классно сидят, V-образный, стильно добавляют образ. Повторюсь еще раз, имитация ангоры очень трендова в этом году. Ее легко очень стилизовать, поэтому можете спокойно брать и забирать. Ой, это вообще мои самые любимые джемпера. У них оптовая цена 1350. Магна, они у нас приехали 6-й или 7-й раз, остались в 4 цветах. Графит, шоколад, молочный и белый. Идет в универсальном размере 42-50. В крупный рубчик. И сделана также гуар моделька, только сделана в стиле пола. Оптовая цена 1300 рублей. Также у нас есть батальная серия джемперочков. Буквально она осталась в 2 цветах. Они идут 46-54. Оптовая цена 1300 рублей. Здесь рукав идет реглан. Выполнены в кашемире, очень мягкие, по телу завоевали, приехали буквально, наверное, оттенков 12, но завоевали очень большую любовь среди наших покупателей, они у нас едут на повторе, можно писать менеджерам и бронировать. Также мы отшили очень мягкий из вискозы с кашемирчиком джемпер в 4 оттенках: бежевый, молочный, пудровый и голубой. Там спущенный идет свободный рукав, садятся до 50 размера, оптовая цена 1200 рублей. Есть же моделька более такая твидовая, паутинка, и она у нас осталась в 4 цветах, 1250 у нее опт, удлиненная, можно будет под лосины стилизовать, оптовая цена 1300. И есть моделька туничка джемпер, здесь внутри идет топик двойка, оптовая цена на них 1250, 4 цвета, все красивые осенние, весенние, такие яркие оттенки. Очень красиво сидят. Здесь идет специально удлиненный рукав, чтобы моделька создавалась оверсайз. Этот джемпер тоже остался буквально в 2 цветах, 46-54 размерчик у него. Акцент сделан здесь косичкой по центру кофточки и по рукаву. У них была тоже очень большая палитра цветов. Они едут на повторчики со стоечкой, мягкие, все как любим мы. 46-54, оптовая цена 1350. Если вы розницу берете для себя, для вас будет действовать цена 2500. Есть более нежные варианты джемперочков, тоже выполнены из трикотажика. Очень красиво будет стилизовать и с брючками, и с юбками. У нас много трикотажных юбок. Оптовая цена на них всего лишь 1100 рублей.
Покажу вам еще, мы получили в новиночку пуховички, и здесь идет вторым воротом трикотажиком прошиты, очень теплые идут до -30, стойка идет тоже прошита трикотажем, пояс можно будет затягивать более, сделать объем, покажу, как сзади сидит, есть резиночка оптовая, цена на данную моделечку 3600 рублей, здесь объемный капюшон, можно застегнуться, не замерзнете, у нас приехали в трех цветах, хаки, серый и на мне черный. Здесь очень хорошие встроенные замочки, все легко расстегивается. Он у нас двухсторонний, очень классный, можно испортить или носить, и можно делать как классику. Есть, конечно же, у нас еще леопардики, очень классные, оптовая цена 3000 рублей. Идут по размерам SML XL, как по мне, выглядят очень стилево, сделаны в стиле бомбера, но идут моделька утепленная. Мы еще разработали в этом году модельку миди, она идет 42-48, у нее реглан рукав, сделанный акцент прошитый и по бокам, и по рукаву, сделана на стиле пола, очень хорошо прошита, замочек идет очень мягко, она у нас в 5 оттенках, оптовая цена 1800 рублей, выполнена вискозе с кашемиром. У нас очень большой ассортимент курток, как коротких, так и длинных. Везде у нас идет наполнитель Тинсулей. Он не промокает, не держит тепло, не сбивается. Его можно стирать спокойно в машинке. Не нужен какой-то бережный уход. Есть модельки, которые выполнены пух-перо с натуральным мехом енота. Очень классно реализовываются тоже среди молодежи. Пойдут по размерам SML, по факту подходят до 50-го размерчика, оптовая цена 9000 рублей. Есть еще дубленочки в двух цветах, шоколад и черный, выполнены на овчинке стриженой, очень теплый, сама носила в минус 20, не замерзла. Любимые наши, спасибо за просмотр, спасибо, что были с нами, будем ждать вас в компании Galore, производитель женской одежды. Мы находимся город Москва, ТК Садовод, корпус 2105. Проговорю еще раз условия работы с нами. Отправочки у нас производятся от 15 тысяч любыми странами можно тоже. Ближайшие страны СНГ, по всей России без проблем, наша любимая Беларусь, всем отгружаем, всеми возможными автобусами, газелями, фурами, СДЭКами, ПЭКами, все, что здесь есть на садоводе, мы делаем отгрузку. Также предоставляем полный пакет документов, оплату на расчетный счет, маркировку, сертификат качества на второй, на третий слой одежды. На наших изделиях везде прошиты наш бренд, внутри идут составнички прописанные. Будем с большой любовью вас ждать, расскажем о более подробных условиях сотрудничества. Можно использовать ребятам на Marketplace фото и видео наш контент, поэтому будем вас ждать. Пока-пока!